Давай, давай, не отлынивай. О, получается, пацан. Короче, испытываем мы, я сказал, не то что сварку. Сварка отлично работает. Вот наша сварочка. А у нас проблемка была с первого дня. Короче, счетчик выбивает. Пробки. Пробка выбивает, потому что у нас вот этот как раз был ответственный за это все дело. Он был ответственный. И он у нас был... Ну-ка, фокусируем. С25, во, видно. У нас был B16 был. Потом нам дали B32. Ну, так, только на крайний случай, пока мы новый, короче, не выписали. Сейчас пришел новый, поставили его. И пока мы щиток не закрываем, сейчас Джастинка там варит понемногу. Испытываем, хрен его знает, может быть, будут провода греться. Как бы я вот провода трогаю, пока нормально все. Давай, бубень там что-нибудь, вари. Вот это самое главное, чтобы там, может быть, сейчас поставили такой предохранитель на C25. Уже, по идее, сказали, C16 хватает. Поставили, чтобы было C25. И теперь проверяем, не греются ли провода. Нам сказали сантехники, сказали, проверьте провода. И, ну, провода, в принципе, да, нормально все. Провода не греются. Сейчас будем пробовать. Тут тоже нормально все. Тоже все холодные, нормальные. Нормально. Оба, вот этот тепленький. Ну-ка, подожди-ка, откуда тепло идет? Откуда тепло идет? Ну-ка. Так. Да не, нормально. Короче, нормуль, я не знаю, короче, он тут уже полчаса тут дрочится. Ну как, не дрочится, он варит, уже под полчаса варит. Провода, в принципе, нормально. Можно, короче, счетчик закрывать. А 380 вольт? 380, да? А? Вольт или ватт? Вот, вольт. 380. Вольт. Короче, нормально, вот такие у нас предохранители. Вот так, ребята, на базаре работает электрика. Это вон счетчики чьи-то лежат. Вон они, видите, вот. Это электрика на базаре. А, красавчик. Угу. Вообще. Мне вообще нравится. Вот еще чей-то счетчик лежит. Если это пыхнет, тут, блядь, даже огонь будет. Серьезненькие. Ну и хрен с ним. Короче, все, я закрываю щиток и варим дальше, да, Джастин? Да. Что у нас еще? Газ у нас еще есть? Блин, короче, не там варил. Мопед надо продать. Да. Что, не то варил? Может, дверь заварим? Давай дверь заварим, чтобы она не открывалась больше. Как на УАЗике, знаешь, постоянно открывается. Хорошо, такой, на Ниссане такого нету. Ребята, приходит наш этот... К концу почти все мы сделали, осталось только вывести ему что, выхлопнуху. Как я говорил, где-то, наверное, уже говорил, у нас пикап будет выходить сзади, и надо будет вот как Джастина мопедку разобрали, вот думаю ее сделать. Не маленькая это? Да не, что, друг? Чтобы тут как собирался этот воздух, как бы на мопеде, это специально как спортивная выхлопнуха. И будет нормально, как раз вот так вот на раз, в турбину туда встанет, и потом как-нибудь там выведем. Убери это говно. Вон нормальные трубы. Ребята, смотрите, нержавеечку мы. Это у нас как была. На нашем монстре через капот выведено. Мы уже отпилили оттуда его конец, который вставляется в турбину. И вот это как раз диаметр 90, что ли, это около этого, короче. У нас даже вот, смотрите, есть... Катализатор даже оттрапа. Короче, сейчас будем с этого всего говна лепить какие-то нормальные. А вот самое главное, для там, где как раз его будет видно, где его будет видно, нашу выхлопнуху, где будет видно, мы взяли новенькую трубу. Это все нержавейка. И будем как-то вот так сейчас вот это дело соединять. А? Получится? Конечно. Сварочный аппарат-то у нас теперь есть. Теперь у нас все получится. Сейчас будем, короче, мудрить.
Ходили по обоим сторонам вывести. Не хватает трубы. И дым будет выходить только с двух мало. Надо, чтобы с одной нормально так прям валил. Сделаем тут, может быть, вот такой вот, как на К-700. Или все-таки сделаем такой наклон, чтобы туда вода не упадала, чтобы он назад дул. Ну, это сейчас посмотрим, то есть по ходу пьесы мы что-нибудь сейчас разберемся. Понеслась, будем резать и варить. Давай-давай! Я вот думаю, как ее резать. Так. Так. Получается. Смотри, как говно. Как хреново пилится. Хорошо, смотри. Ничего не осталось. Все в говно разлетелось. Армует. Ребята, не берите дешевые шайбы, а. Вот только реально, где могу вот отвернуться, чтобы она меня не разрезала. А ей пилю. А где-нибудь так возле морды пилить лучше ей вообще не надо. Она, даже если в очках будешь, тем морду нахрен разрежет. Вот, ребята, мы как раз придумали переходник. Короче, с тоненького на толстый. Вот такой цветочек мы тут сделали. Короче, наклон мы уже вычислили, немного прихватили. И вот будем такими треугольнички туда вваривать. А почему нет, да? Будем вот так вот и варить? Нормально, пойдет. Нормально? Ты довольный? Да. Как сварщик сможешь сделать? Конечно. Сварщик от бога. О, короче, понеслась. Грязный. Ты пока местам будешь готовить. А я буду тут треугольнички нарезать. С кусочков. Понеслась. Ну вот поворот делаем. Дело продвигается. Нормально. Пару слов о спорте. Как вам нравится этот спорт вонючий? Вообще агро. Че, давай, самый ответственный момент. Варили мы его, варили, переварили. Сейчас выхлопну, вот сделали. Что-то чересчур высоко, мне кажется. Думаешь? Что-то высоковато вот так смоется отсюда, высоковато. Ну давай, посмотрим, как она будет греть. Давай. Реально, еще не заводили ни разу, вот первый раз. Хоп. Красава, красава, красава. Вон он. Сделали только один. Трубы не хватило. Да и насрать. Просто в две трубы бы, если бы она распределяла бы дым, не было бы такого эффекта. Не видно было бы его. А вообще красава, а. Ну посмотрим, дымит или нет. Вот это нормуль. Во. Нормально. Вот это нормально. Было бы, конечно, покрасивее, если бы с двух труб выходило бы. Справа и слева. Но тогда было бы меньше. Да. А теперь она все в одну выходит. Ребята, труба почти соточка, 90. Туда кулак мой влазит. Красавчик. С нержавеечки. Блин, ну чё, стоило это? Стоило, ребята. Вообще. Сколько мы над ним, блин, тут колдовали. Сейчас же надо будет там подварить, чтобы этот не стукался он.
не скрипел. Блин, вот дурак он, вот он прет. Вот что мы проделали со своим. Сзади, видите, уже крест мы уварили. Себе, кстати, площадку сделал, если я вдруг буду стоять сзади и видео снимать через крышу. Площадку себе сделал стоять. 1-2 человека туда можно встать. Лебедушка, вон она встала. Нормально, красивенькая. Красненькая. Ремень мы сразу прицепили, чтобы если вдруг где-то мы утонем, чтобы можно было прицеплять. Ну, в принципе, мы его не будем доставать, он сам будет выезжать. По троллу это не надо, чтобы его таскали. Хотя уже было такое. Реально было. Блин, ну, ребят, я налюбоваться не могу, а? Монстр. Да, кстати, мы по советам, я не помню, кто мне писал, что это, сварочка отвалится, да? Мы посадили на шурупы, да, вот, реально вертыши, короче, просверлили. Вот еще один, да, вон снизу, еще один. Водичка капает. Короче, да, мы на шуруп посадили, так кое-где сваркой прихватили, чтобы она не дребезжала. А, в принципе, у нас держится как раз на шурупах, чтобы она, когда перекосит, перекашиваться будет рама, чтобы она не вырвалась все нафиг. Вот такие дела. Все, загоняем его в гаражец. А, давай испытаем полный привод. Что за фигня? Давай включай весь привод и на гору лезь. На эти колеса. Давай, включай. Включил. Что там мы радуемся, не нарадуемся машины, а? А вот как она по горам-то лазить-то будет. Это мы-то еще не смотрели. Сейчас позырим. Куда же ты хотел? Сюда? Сюда он залезет, что это? Хорош! Во, блин, перелез. Как-то мы тут повисли на днях и толкали мы его. А больше не виснет. Ха. Интересно. Вообще дурдом. Просто вот длинная база, ребята, через бугор, который, по идее, там чуть ли не хребет 90 градусов. Ребята, вот он, хребет такой вот. Вон там вниз, вот тут вверх. И он просто залазит, ему насрать. Блин, знаешь, что надо еще найти? Что ты искал? Что ищешь? А? Что ищешь? А, я тебе сломаюсь. Знаешь, что бы интересно было бы? Стенку найти, на стенку залезть. Прям ровную такую стенку. Думаю, он с жопой залезет. Да. Передо мне жопой залезет. Да. Блин, а где такую стенку найти, а? Вообще. Детский сад. Кстати, ты в прошлый раз тут только смутился, наискосок заходи. Давай просто наискосок так вот. Не в торец, а наискосок. Как? Вот так вот. Только это, не переверни его. Опа, не рулюется. Вижу, шкребет. Морду не отпустил, теперь шкребет. Ну, нормально. Тут, в принципе, щебеночка такая. Нормально. Жопу, короче, ребята отремонтировали, да? Вообще, дурдом. Вот куда хочешь залезет. Жопу отремонтировали. Непонятно, что было. Короче, мы разобрали. Датчик вытащили. Пальцем пошевелили там, короче, этот штифт, который блокирует. И все заработало. Только теперь получается, почему-то работает. Включаем блокировку. Не работает, выключаем, работает. Ну и хрен с ним. Пробовали шланги поменять. Ничего не меняется. Ну, главное, работает. Заваривать не стали мы ее. Левее, держись. Левее, туда держись. А? Туда держись. Да? Туда рулюй, дай. Вот, давай, теперь лезь. Теперь лезь. Дальше? Лезь.
Ну подожди-ка. Колесо в воздухе. Подожди, посмотрю. Не понял, а как оно, почему оно, смотри, пришло к раме колесо пришло. А это практически воздух, если камень убрать. Так, что мы имеем? Короче, вывешали мы его по полной. Вот, колесо в воздухе, сантиметров, я не знаю, сколько тут, 20. Что так мало? 20-30. Ну все, амортизатор не отпускает дальше. Просто когда у тебя раньше монстр был, понимаешь, и крылья, это видно было, что это пиздец как, да? Когда от крыла она отрывается, да. Тут просто не видно, понимаешь? Потому что у нормального патрола крыло там еще метр выше, да? Подожди, я проверю везде, где что такое. Проставка у нас стоит, но колесо упирается, а? Вылет плохой у нас, смотри. Может сзади еще две проставки давануть? По 3 сантиметра, смотри. Что за безобразие? Опа-ля. Он уперся. Опа-ля. Он уперся. Ну тут вода ссыт. Это омыватель стекол. Я залил, не нужно было. Тут вывешилось. Ну нормальненько вывешилось, да? Нигде не шкребет. Нигде не шкребет. Вот так мы его вывешали. Сейчас то колесо посмотрим. Ребята, вон оно. Колесо в воздухе вообще полностью. Охренеть. И тут, ну, короче, поджало колесо, но нигде не задеет, ни за крыло, ни за раму, нигде. Спереди выглядит даже лучше, чем... Заткнитесь, падлы. Короче, спереди выглядит даже лучше, чем сзади, получается. Нигде не шоркает. Вывешали. И смотри, жесть не обрывает, пока камень не обрывает, жесть. Как бы, ну, рама уже, я думаю, что выкрутилась. Ну, покачай его, покачай. Сюда. Куда? На колесо встанем сюда, вовнутрь. Не. О, нормалек. Вообще. Заметьте, какая вывеска. Ну, перед еще не отрывается. И самое главное, вот сейчас отсюда можно посмотреть, как мы тут выхлопнуху варили. Вот моя стояночка, где карданчик покрашенный. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, вообще горячая. Прям горячая? Ну, зимой будешь руки об нее греть. Раз замерз, вышел, погорел. Красава. Знаешь, что? Все устаканилось. Хм. Ну там более-менее гладко, даже если там Абрам утрется где-то. Ладно, хрен с ним. Вообще трудно рулить. А, давай я выключу, подожди. Так, ну все, хаба выключили. Че там вообще? А? Полный привод? Нет. Не надо. А ну-ка жопу, блокировку выключи. Блокировку сзади выключи. Ну-ка, блок работает, не работает. Шкребет, не шкребет. Да, вот отличненько, жопа выключилась. Жопа выключилась и даже не шкребет. Вообще отлично. Все, блок работает. Включается, выключается. Перед... хабами отключается, в принципе. Немножко газ? Ну, немножко давай, побалуйся. Ах, какое облако-то в воздухе. Твою мать. Блин, нарадуемся, не нарадуемся, а? Прикольно, прикольно. Нормально, дымит серьезно. Мне кажется, там пацаны как раз грилят. Они там сейчас задохнутся. У нее мясо черное будет от нашего дыма. Ну пусть нюхают, они поляки привыкли. Мы когда в Польшу приехали, помнишь, как там воняло? Вообще, что они? Вообще, ты там туман нафиг. Там
блин, на камеру не передать. Там туман. Реально они там задыхаются, они там как сидят, шашлыки жарят. А ты бессовестный, там друг твой сидит. Я видел его. Давай, лучше тут переедем. Давай, давай, чтобы они тебя не видели, переезжай через гору нахрен. Блок включи, хотя бы жопу включи, на жопе переедешь. Блок в жопу включи и переедешь. Ты только на сверху не оставайся, чтобы на раме не повиснуть. Я тебя толкать не буду. Там, кстати, его друг как раз шашлыки делает. И мы решили тут дорожку срезать, чтоб перед глазами не маячить. Нормально? О, нашего патрульчика забрали уже. Нет нашего патрульчика. Ну все, загоняем гаражик его. Красавчик. Вообще круто. Он, ребята, вот буксовал. Басисты. Ну ты уже прогрел, уже мало дымит. Но бас такой нормальный бас. Нормально, да? Да, нормальный бас. Все, езжай в гараж. Ой-ой-ой-ой. Ребята, последние подготовочки. Вот сегодня все, реально последний день. Ровно через 5 дней, да, мы выезжаем? Да. Через 5 дней выезжаем, подготовочки пошли. Вот как раз у нас еще выхлопнуха стучала по каркасу. Мы ее прибубенили вот так вот. Нормально? Да. Держит? Да. Но! Сломалось? Нет. Нормально. Не сломалось? А, вот тут сломалось. Вот тут как-то подогни. Короче, вот, да. Тросы мы вот так повешали с собой, запасные. Как бы у нас тросы нормальные есть. А эти мы тросы взяли для того, чтобы через этот... Как он называется? Короче, через... Как эта ерунда по-русски называется? Я не помню. Блин, короче, через блок или как называется? Через нее, короче, у нас протягивать. У нас тросов нету. Единственные как раз тросы, это у нас... Вот эти как железные, это армейские, кстати, тросы, очень охрененные, мягкие, да, и чем, которая в лебедке торчит, к примеру, вот это вот как в лебедке торчит, да, это реально дешманский, короче, Китай, ежик, короче, постоянно в руки втыкается, а это немецкие бундесверовские, да, тросы, они Бундесвер. Вот... Знают Бундесвер, конечно. Да? Бундесверовские немецкие тросы мягкие. Ёжик с них хрен получится, короче. Вот реально, ребята, вот это четкие тросы. Только что единственное, ну, опасные железные тросы, я понимаю. Но через блок, или как он называется, короче, у нас других нету. Будем пользоваться ими на всякий случай. Пользоваться мы, конечно, не будем. Вот лопатку прицепили. Лопатушка у нас тоже нержавеюшка лопатушка. Прицепили хайджек, мы тоже на другую сторону прибубеним. Колеса, видите, ребята, все-таки ставим эти колеса, потому что у нас есть один прицеп, на который влазит с теми колесами. Но он стоит дорого. Что-то 70 евреев, что ли, за 2 дня он хочет, короче. А есть у нас бесплатный прицеп, там, где Джастин у нас учится на машиниста. Короче, там, где Джастин учится на этого... Машины ремонтировать. Тоже профессия, не знаю, как она по-русски называется. У нас называется крафтсет мехатроника. Напишите в комментариях, как она называется по-русски, я не знаю. Короче, он учится машины ремонтировать, ну или ломать. Что с него взять-то? Он только ломает. Нафиг. Да, короче. И у него там есть прицеп бесплатный, халява. Придется, короче, ну хрен с ним, колеса разувать, обувать. Главное, чтобы была халява, то что реально дорого все это дело обходится нам. Денег нема. Лучше мы машину эти 70 евро влупим, чем за какой-то прицеп. Что, стучит или нет?
Да, сейчас заведем, проверим, выхлопнуха стучит парами или нет. И у нас вчера ребята подогнали нам выхлопнуху трубу от какой-то РС-4. У нас даже катализатор есть. Ну, конечно, это просто от трапа, ребята. Но нам как раз было соединение, было важно соединить. Короче, ну вот это как раз гармошка тоже, я не знаю, как эта сетка называется по-русски. И катализатор, короче, ну он пустой, естественно. Это просто для соединения красивого, как раз вот это как раз соединитель. Тоже не знаю, как называется. Ну, короче, напишите мне, какой я олень и как оно называется. Просто самому интересно, как называется вот Шелли, кто может знает. Вот ковыряемся. Так, все, подготовка закончилась. Домой. Хайджек мы, короче, вот сюда прихиначили. Вот такие мы барашечки сделали. Барашечки. И вот тут-то, да, ремни повешали 1000 штук. Лопату прибубенили. И наша как раз... Еще все не знаешь, как зовут. Еще все не знаю, как назовут. Блок, переблок. Умлинг роли, короче, висит.